следом страх. Я призываю кака. Ну чё, давайте бахать. Всем привет, хорошего просмотра. Давайте бахать. Как гаммы? А ты за кого хочешь? А ты за кого хочешь? Давай узнаем, за кого он хочет. Давайте узнаем, за кого Дарма хочет. Сейчас посмотрим. Может быть, за оплот натрейдимся. Я за оплот очень давно не играл. А мне завтра играть за оплот против Стингера. Может быть, я бы потренил бы оплот. Сейчас посмотрим. Может быть, выберем пики. Кикфрик, здорово. Как ты успеваешь читать все в чате? Я далеко не все читаю. А можно выбрать, да? Да. Касл, да? Касл. Ну, давай. Я плот тогда. Ну, я плот. По трению на завтра. 100 лет не играл. А плот. Давно уже. Че он красный взял? Щет. Так, че по торгам будет? Красный оплот. Так, давай мне тогда красный. Раз, у тебя имба замок. Касл против оплота без отката, нормально. Давай торги. Или монетку. Бля, у меня замок слабее. У меня замок слабее, что началось-то? У меня замок слабее. Тут гомунгл с касл покупает за 5 косарей. Так, давай поменяемся замками, говорит. Пиздец, началось. Бля, разводила. Разводила. Разводила, говорит. Ладно, торг за цвет. Я ебал разводила. Ну что за разводила, ребят? Ну что за разводила? Санек, ты играл в Disciples 2? Да. 2К. 2.1. Ну дарма. Можешь посоветовать какие-то хорошие ролики, в которых рассказывают по базам? Сейчас расскажу про базу. Сейчас будем ебошить. Правда, что ты раньше качался, но было время. Так, 2.7. Все мы качались до того, как дети родились. Ты срал в этой рубахе. Да, на твой идиотский вопрос. Так, 2.7. Ребят, уже дорого. Уже дорого, думаю. Думаю. База к жмелю в Телеграм, да? Понял, да, там жесткая база, я ебал. Так, 2.5, 2.6. Сейчас, секунду, 2.7. Думаю, ребят. Что за торги? Да за замок-то, за это, за цвет торгуемся. 2.7 даю, 2.8. Ну, пес, бля. 2.7, 2.7 косаря с меня сорвал. За что вообще? За что вообще? За какой-то цвет? За что? Ну, душнило. Ну, елки-палки. Нет, пока никуда не переехал. Ладно, давайте стартовать. Играем против Дармы. Тренировка. 620 ПТСов плюс. Завтра игра со Стингером. Там как раз будет у нас данж и оплот. Поэтому, да, за оплот 100 лет не играл. Поэтому давайте его чуть-чуть потреним. Посмотрим, как вообще будет, да? Вот. Поехали. Давайте стартовать. Опа, сразу тюрьма. Видел там сообщение? Так, что у нас тут? Сначала вот так, да? Сначала вот так, и давайте разбегаться. 4800 по деньгам, просыпаемся вместе с вами или засыпаем, кто как, ребят. Однозначно, как бы то ни было, всем здравствуйте. От 50 демонов за тюрьму, ребята, вам тоже большой-большой привет, так сказать, как и от фиксиков. Итак, это дефолтная тема на плоти, когда вскрываешь обзорку и ни хрена нету. Но здесь... Чё, сейчас плюс будет ставить сразу? Тут водичка. Какая, блядь, водичка? Озеро, что ли? Ты о чем вообще? Ты о чем? У меня озеро какое-то, блядь. Карта с водой. Опа, ёпты. Какая с водой? Поехали, ребят, еще раз. Не, воду не надо нам. Смотрите, я Мадарма покинул рейтинговую игру, ребят. Обратите на это внимание. Озеро, видел. Так, не, водичка не надо. Вы представляете, вы выходите в трэжу, а там вода. Ну, у меня, в принципе, так постоянно происходит, когда я выхожу в центр, а там одна вода. Как ваш диплом, помните его? Помните, ребят? Ждем-с. Поехали. Давайте стартовать, ребят. Кеквейт, ебать. Кеквейт по себе знаю, соглы.
Ну что, поехали. Ой-ой-ой, я тоже по тебе знаю. Ну я бы, кстати, хотел бы потренить дефолтный оплот без вот этой девочки. А то завтра-то она, может, не придет. Хотя, кто знает. Так, большое количество. Вот давайте сразу... Нет, Заивра все-таки у нас... Ситуэйшн очень аккуратный, да? Так, и при этом нам ведь надо еще ведь... Вот так сделать. Вот так шагнуть, вот так купить, да? Чтобы вот эти семерочки-то на всех раздать по красоте. Так... Во. Разобрались. Так, снизу тюрьма, но... Ну, подожди, обзорку по-любому надо брать, правильно? И там она... Вы можете сэкономить. Так, сейчас, давай сразу сюда. Итак, ну что у нас получается? Где-то есть консерватория, где-то есть конь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то где-то есть... Ну, давайте разбираться с этим. Давайте. Давайте, так сказать, разбираться. Единственное, что видите сами, какая проблема по денежке. Какая проблема по денежке, да? Ну, давай. Сейчас будем ее устранять, эту проблему. Ящик точно надо будет брать один на... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, есть чем заниматься, судя по всему. Судя по всему, есть чем заниматься, да? Так, консерватории какие-то чекать. Не финты себе финты, блин. Не финты себе финты. Саня, привет. Здорово. Все еще жду ответа по рекламе. Куча идей. Вопрос условий. Спасибо за чью после работы и удачной катки. Спасибо, спасибо. А где ждешь ответ? Напиши в чат, пожалуйста, где ты ждешь ответ? Что-то по рекламе скрытого вот это вот скрытых сейфов или чего-то еще? Напомни, пожалуйста. Я ж просто не знаю, где ты ждешь, чего ждешь. Кто пишет? Я тоже не знаю, как это понять. Так, конюшня, да, пока в жопе. Подождите, пока, ребят. Пока надо денег собрать. Так. Блин. Так, ну что у нас? Сюда бежим. Не, ну тут, конечно, плюсецким-то пахнет. Байтовый плюс, напишу ему. Байтовый плюс. Байтовый плюс. Так, ну и давайте дальше смотреть, где денежку взять под это, под всю, под эту красоту. Лактуса высосать. Хочется, конечно, Иврам, да, я понимаю, вам все тоже хочется. Так, сюда возьму, сюда пройду, сюда нажму. Так, два склепа сверху. Чест, ботинки. Угу. Да, еще и повышалок столько. Два героя качать, так дорого два героя. В том плане, что вот когда по старту ты в откате, и тебе нужно качать двух героев, уже как бы так немного напрягаешься на эту тему. Но в целом все, конечно же, круто здесь определенно, да. То есть однозначно раздача выше среднего и точно не рестится. Точно не рестится. Эльфов ставить обычных, сюда бежать, потом шахты отобьем, здесь что-то возьмем. Единственное, что думаю по поводу этой конюшни, она немного дороговато встает, так сказать. Потому что Ивра классно бы сюда поставить, наверное. А луной вот это все самой собрать. Не очень охота туда идти Иврам, да? 1-1 от Дармы, но это грязина раздача. Чтобы вы понимали, эта раздача, она просто грязина. Я думаю, она слишком хороша для тренировки, такая раздача, потому что у вас, ну, не будет в игровой такой ситуации, понимаете, да? То есть вы как бы трените оплот, а вам сдает вот такую грязь. И, ну, камон, смысл, да, прикольно, конечно, круто, конечно, да, там луной потренироваться, туда-сюда поиграть, но эта ситуация, скажем, нештатная, да? Такой красоты не будет. Так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, что это за животное? На луне.
Да, сюда. Так, а здесь у нас сверху что было? Дарма зарестил, говорит, дай чекну. Ой, шапка еще. Ну, грязище. Давайте зачекаем. Так. Так, давай сюда. Это что такое за единорогами? Еще один. Третий раз один и тот же чест, что ли? Вот представьте, вы, кстати, часто говорите про то, что убрать артефакты. Ой, ебать. Сэнни, привет. Здорово. Все еще жду от тебя ответа по рекламе вскрытого мохнатого сейфа Кукашкина. Спасибо, спасибо. Прикольно. Прикольно. Но такой сейф, он неприступен. О. Жестко. Так, ботинки плюс 2. Еще конца. Ну, короче, здесь бы Луна саппортила, но и мейн был бы Ивар. Под это все. Луна бы саппортила, мейн был бы Ивар. Вообще интересно, как бы я это сыграл. Тактика нужна. Может быть, даже не Ивар. Может быть, даже какой-то хер с тактикой был бы. Поехали смотреть, рестарте. Готов тоже. Let's go, Саня. Можешь в трейде что-нибудь за 2к подарить? Очень нужно, пожалуйста. В каком трейде за 2к тебе что-нибудь подарить, братан? Че, издеваешься, что ли? Так. О, господин Пчелкин, здравствуйте. Почему Ролтон такой невкусный? Это какая-то шутка, типа? Надо ответить, почему? Фу. Так. Здравствуйте, ребят, еще разок всем. Потихоньку разбегаемся, смотрим стартовый артефакт. Валесочка, Касл. Так. Вижу консерваторию снизу одну. Вон она. Вон она. Сейчас мы ее сразу будем смотреть. Бум. 100-249. Бум. Что с этим делать? Вы знаете? Я не знаю. Есть коробка, есть конюшня. Давайте дальше разбегаться. Господина Дерека. Господин Дерек, да? 22 матроса. Достаточно серьезное мясо, которое могло бы где-то помочь. И вопрос на самом деле актуальный. На чем разбегаться? Поехали. Ресты были. У него был один рест, у нас пока не было. Так что пока все более-менее нормально. Здесь денежку буду брать, естественно, уже тяжеловато. В принципе, и тут буду брать тоже. Вот тут тоже буду брать. Вот таким образом, да? Так, а жалко, что вот здесь уже никуда не успеваю, да? Ни сюда, потому что это будет брать уже другой герой. А здесь тогда двигаемся налево и потихонечку будем вот эту шахту попозже отбивать. Кассиопея пришла, прикольно. С мувами туда-сюда. Слушай, можно ее, конечно, сюда сразу, но я предлагаю пока что наверх уточнить все вопросы. Так сказать, обсосать вопрос. Угу. Ну, такое дело, да? Давай сюда пока. Дороги, как вы видите, не очень приятные, поэтому... Приходится, видишь, что делать? Вширь очень много разведывать, искать информацию какую-то. Поехали, разбежечка вниз. Есть Алкин, интересно. Алкинам не хочется разбегаться вниз. Естественно, Алкин тут претендует на мейна, хотя тут как раз конюшня и маршрут вполне себе неплохой. Коробка тяжеленная, склепов много, конца здесь. То есть у нас пока только конца, конюшня и ничего не понятно, что делать с этим, да? Ну, склеп надо отбивать по-любому. Наверное. Давайте. Насколько нам его надо отбивать? Намного. Так, тогда я все-таки кентов сюда куплю. Кентов. Чтобы получше было, да? 8 эльфов, я думаю, здесь будет. Это сюда поставим. Плюс один. Давайте вот этим пока сюда. Так. Бегу. Бум, минималочка. Потрясающе. 4 это много. 4 это очень много выжило. Это надо бахать. 4 могут одного затащить. 9-10 разбираются. Сюда выстрел. 6-8. Замечательно. И сюда. Выстрел. Ну, лучше, наверное, вытянуть даже, да? Так, чтобы этот на случай, если один останется, чтобы он 2 раза не тыкнул, но это не важно, он бы все равно не убил. Так. Хватаем здесь. Повезло, что 1000 хватает на героя. Это круто. Будем ли мы что-то этим героям еще пробивать? Да нет, ребята, мы ничего не будем пробивать, потому что, собственно, нечего. Потому что нечего. Так. Давайте покупим вот этого героя.
Сюда. Вот этот ящик, вы хотите взять его на мейна? Я не очень хочу, честно скажу. Я хочу пока пробежать вот сюда. Это я оставлю на этого господина, а вот это уже на вот этого. Свиток благословления плюс скорость, интересно. Утопия, но... Как безрестовая раздача, наверное, в потенциал это неплохо, да? Вот как безрестовая, но как с рестами? Блин, да чтоб тебя, животное. Ты посмотри, как оно еще и качается. Потрясающе. Ну и что делать? Одна конца, пару склепов. Неплохая разбежка. Ивар земляной. Можно ли здесь что-то байтить? Нету нычек, да? То есть самое главное, нету нычек каких-то. Нету объектов, кроме этой концы. Да, есть потенциал на следующий день. Да, Ивар земляной. Это жестко байтит на плюс. Да, Ивар с конюшней. Это тоже замечательно. 200 мувов, просто представьте. Конюшня, земля. Вау, как красиво. Винсент, огромное спасибо. Ни хрена себе, Саня, блин. Гасим 3 для интереса на эту каточку. Спасибо большущее, спасибо тебе огромное, спасибо, спасибо. Давай напишу об этом. Винсент закинул 7/3 на эту каточку. Авиа Шейх. Спасибо громадное, Винсент, спасибо большущее, спасибо. Будем тащить. По поводу байта здесь, плюс... Грязь. Поставил плюс. Дарма также благодарит. Поехали. Написал. Камушков, привет, спасибо за 250. Саша, мой первый донат тебе. Спасибо. Спасибо за то, что ты делаешь. Это море контента каждый, почти. Да ладно тебе. Планируешь ли в Челябе фанатскую встречу в ближайшее время? Да, ребят, ничего не планирую. Так бывает в Челябе, если кому интересно подойти сфоткаться, там всегда пишите. Вот. Что значит 7-3? То есть человек закинул 10 тысяч и сказал 7-3. 7 победителю, 3 проигравшему этой катке. То есть мы сейчас играем на 10 тысяч рублей, где победитель заберет 7 тысяч, проигравший, соответственно, 3. Вот такая вот ситуация. То есть таким образом он поддержал как бы нас обоих, сделал минималочку из-за луз, чтобы не было обидно, так как герои достаточно рандомная штука, особенно когда играют 2 профессионала. Даша, привет, всем привет. Ребят, куча знакомых ников в чате. Вот, Рож только разбудил. Проснул, умыл, поэтому вас как бы вижу, но не всем пока ответить могу. Тем более пытаюсь по старту очень хорошо сыграть за оплот. У нас такая тренировочка за оплот. Вот, поехали. Есть 9-й разгон, что приятно. Есть ноги легиона, что просто потрясающе, потому что сможем статую легиона теперь собрать более просто. Вот, Латвии привет. Привет, ребят. Привет еще разок всем. Привет, привет, ребята. Как вам удается столько спать? Да почти, да как бы сколько? Столько мало или... По ситуации, на стриме высыпаюсь вот в процессе как раз под эту музычку оплота потрясающую. Новая камера, нет, ребят, все это настройки, все это чуть-чуть там насыщенность подкрутил уже, все по-другому. Так, ну что, обзорная башня, да? Приятно, да, за оплот? То есть мы сколько раз стартанули, всегда была обзорная башня. Посмотрите, что здесь, ребят. Есть застава, но она за королями-циклопами. Есть книжка огня, есть какие-то сумасшедшие 20-49 монахов за улик. Есть застава налетчиков. Есть вот этот блок, который надо пробивать, смотреть. Мне, если честно, раздача, сразу скажу, не очень нравится. Я, во-первых, не вижу здесь разбежки от слова совсем. Я не вижу денег, на которые я бы мог нормально разбежаться. Мне не нравится. То есть буду пытаться зацепиться за нее, но... Пока аргумент в сторону рестарта плюс-минус, да? Давайте. Свиток ускорения проходим, проходим. Видите, то есть придется прям так это... Вроде бы да, 2 заставы, прикольно, собрали заставы, но нужны нычки под это дело, книжка огня какая-то, ну такое, конечно. Очень творческое, как бы сказал Веронест, рестарча 5 ол и 20 тысяч объектов. Здесь вот примерно то же самое. Я даже не вижу хорошего хода на первый день. Мне нужно прошибать кучу блоков. Нет, это просто ужас. Просто ужас. Я даже не буду здесь, наверное, время тянуть, ребята. Ну, нет, потяну все-таки и пробью низ. Посмотрю, что там. Так мне вообще дико не нравится. Конечно, интересно. Конечно, напишу. И да, сегодня у тебя дефолтный лук классического маньяка из американского фильма. Кто согласен? Плюс в чат. Спасибо, 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 спасибо. Постараемся батончика умять.
Да с утра проснулся, какая рубашечка была под рукой, ту и, как говорится, надел. Так, 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 так. Вот она, развилка, видите, какая печальная. Печальная развилка, так ее и назовем. Вообще не по кайфу, просто не по кайфу. Ты посмотри, что Фафнер здесь. Не, блин, та раздача, которая с луной пока... Фу-фу-фу, блядь, уберите этих уродов. Ну, блядь, ну вы поняли. Ну это пиздец. Я рестарчу это. Циклопу очень тяжело на оплоте, на мой взгляд, если нету кучи объектов. То есть опции пробить тяжело. Умер баннер сопом. Если есть возможность баннерочек модератора запилить, было бы классно. Вот Дилана вижу в чате. А, вот, было бы здорово. Так, 2049 лизардов, блок. У меня блок. Техрест. Смотрим, инферновское мясо. Очень много эльфов, ребят, что приятно. Аннет, привет, привет. На луне пару дней назад. Так. Какая ж грязина. Зефы на фейках и концы на чичлапах. Ага. А финалка все равно с мыба-героем. Луна челила на конюшне на первый день. Но армейки было меньше, чем у меня. Удачки. Спасибо, спасибо, спасибо. Видишь, какая умничка. Но это ты еще просто не заливалась за луну. Там тоже, знаешь ли, не все так просто. Ребят, посмотрите, нычка эльфа в этой раздаче есть. Это достаточно редкое событие. Очень неплохо под Ивера смотрится. Огромные деньги. Спасибо. Да погодите вы, погодите, погодите. Да что за бешеные бабки. Спасибо, громадная мерзер. Просто подрубили потренироваться, ребят. А вы так накидываете жестко. Спасибо, большущий мерзер. Спасибо, спасибо огромное. Уже сумасшедшие деньги, уже не по фану. Уже пот какой-то лютый. Уже вместо тренировки на чили, на каких-то комментариях уже все это превращается сразу же в потнину, в дикую. Бабки бешеные. Натренировался, называется. Да, пиздец. Спасибо, спасибо огромное, мерзер. Спасибо, спасибо, большущий, прибольшущий. Сейчас отпишу дарме, только дайте чуть-чуть походить, подумать. Беру вот это. Спасибо. Ну вот так вот из лампового вечерка опять сделали потнину какую-то лютую. Эх. Спасибо, спасибо большущие. Да. А ведь можно было просто закинуть сани. Ёбаный рот. Погнали тащить. Погнали. Сейчас напишу. Спасибо большущие. Спасибо, спасибо. Не дают отдохнуть. Ну так... Ну, есть такое. Ух, жесть, жесть. Поехали сюда. Сейчас будем искать что-нибудь интересное. Так, первая консерватория. Вот эта сферка огня под луну бы ее, конечно, бы взять. Золотой дракон никто не пробьет. Хорошо, что мы это чекнули. Спасибо огромное. Сейчас напишу, секундочку. Думаю, пока немножко сфокусирован, да? Чуть-чуть. Склеп тут. Блин, склеп этот вытащить Фиона. Вот Фионой, наверное, надо будет разбегаться. Вот этой вот Фионой по максимуму. И смотреть, что к чему, да? Она-то, наверное, мне и засветит что-нибудь. Давайте вниз. Надо, чтобы она еще что-нибудь крутое засветила. Вот, например, ГО коней. Их очень мало, ребята. Так, сейчас напишу мерзер еще разок. Огромное-огромное-огромное спасибище. Огромнейшее спасибо за денежку. Эх, ну тут нужны заставы налетчика, честно, чтобы этот импово сыграть красиво. Что вот это за коробка, мы пока не знаем. Вот это вот рефьюгу я не могу чекнуть. Это потери будут. Надо сюда бежать, ребят. Склеп взять. Но это на второй день можно взять. Разбежка в левую сторону из-за ящеров хорошая не получается. Коробку пробить на первый день, наверное, вряд ли тоже получится, да? А вот на второй очень даже погост. Погост-коробка, это все очень темпово. Вот это погост-коробка. Еще разок спасибо громадное, спасибо. Сейчас напишу, как ход закончим. Так, 350, 390 сюда, да? Только кентами сюда пройти, эльфов вообще высадить, например. Высаженные эльфы, блин. Так, а склеп 480, плюс покупка еще героя. Но мне очень нравится, что еще один герой будет, ну типа, что мне туда бежать не очень хочется. Так. Давай я попробую вот так вот это сделать.
нестандартное решение не брать кентов. Это огромные деньги. Спасибо. Во, спасибо, Фенушка, спасибо большущее, спасибо. Реально, можно просто закинуть сани. Всё, спасибо, вот это другой разговор, вот это я опять зачилился. Привет, дружище, привет, привет, спасибо большущее, спасибо, спасибо громадное. 1500 беру, 1500 беру, героя еще сейчас покупаем, вот этого инфернального, да. Им побежим вот на этот замок, правильно я понимаю? Спасибо огромнейшее, ребят, спасибо. Инфернальным героем отобьем ли мы любой замок? Хотелось бы кем-то более крутым это делать. 60, по-моему, давай сюда. Вы еще не забывайте, что у Дармы условия очень хорошие. Там касл в плюсе, ребят, вы что, издеваетесь? Там архангелы будут, блядь, 95% вероятность. Так, Фьюра купил. Сейчас, сейчас. Так, один улик еще при этом. Бля, еще конца. Сука, один улик, две концы. Хороший ивор, да? Неужели это играть придется? И конями вот это ебать. Саня, привет. Ты бабахнул черного тмина? Привет, пока нет. Пока ничего не бабахал. Пока нет, пока нет. Как мне его бабахать из горла, что ли? Сам понимаешь. Блядь, я героя не купил. Подождите, плюс постройка же еще. Блин, сейчас, секундочку, думаю. Спасибо, спасибо, дружище, пока не бабахал. А мы хотели на второй день вот это прожимать, да? А у нас деньги кончились. Так, сейчас пока как раз напишу, что Мерзер еще десяточку закинул. Господин Мерзер. Давай, пишу, господин Мерзер. Еще 10к закинул. Жестко. Спасибо, большущее, спасибо. Спасибо, гиганты. Так, две концы, хорошая ГО, нычка эльфов. Но я жестко проебался с эльфами, и я не уверен, что теперь вот это разлетится, да? И на второй день я планировал брать погост, а сейчас я обосрался. А можно ли не грыженными эльфами взять погост, если их будет, скажем, не 17, там, а 20 там плюс? Есть еще хороший телепорт, есть конца. Ребята, не знаю, думаю. Жестятина. Нет, поднимем нельзя. Ставочки. Почему нельзя? Их тоже будет очень много. На 3. Фух, спасибо большущие. Их будет 24, да, их будет очень много. Почему нельзя-то, Вукоша? Как без подстройки? Да мы возьмем рынок. Что еще остается? Сейчас, секундочку, ребят. Будешь играть в Dead Space и так далее? Да буду, конечно. Да, я оденусь. Один улик. Жесть. Скорость не даст, не убежишь. Мне кажется, убегу. Сейчас, секунду, отвечу. Проспонсировали Дарму здесь. По жести. Арматрон еще десятку бахнул. Пиздец какой-то. Пиздец. Партии не загрейдишь? Нет, я не смогу до туда бежать. Сейчас думаю. Еще разок. Разбежка. Две концы. Хорошая ГО. Вообще, блядь, вообще жесть. 8 минут. Стрельба продвинутая. 10 эльфов, плюс 7, плюс 7. 24 эльфа. Не знаю, такое ощущение, будто они это пробьют. 24 эльфа. Хотя опасно. Блядь, вот из-за этого дерьма, то, что я героя не купил, я думаю, зарестить это, что ли... Ой, блядь. Как так я это не сделал? Минус день, считай, жестко. То, что я эльфов-то не воткнул. Из-за этого блока поганого. Гигантица, гигантица есть. Блядь. Тринадцать на кик грэжинами, я думаю, да? А если я зальюсь? Блять.
Сейчас, секунду, думаю. Две концы, считай, да, две концы. Два цеха, коробка, разбежка. Я думаю, бахать плюсик здесь, да? Это огромные деньги. 24 эльфа, да? Они еще с руки будут сыпать. Бабла нету. Блядь, жестко. Вроде эльфы, да? На ГО пробьем кони. Да не получится форт, он далеко, ебать. Блин, сколько раз говорил. Форт далеко, ребят, не получится. Давайте думать. Сейчас думаем. Просто если я в этом погосте зальюсь, это будет жестко. Хотя там выстрелов уже в два раза больше. Да не зальюсь я. Ладно, плюс, хуй с ним. Давай, играем. Пиздец, страшно. Конца единичка. Можно с нее стартануть. Так, поехали. Сейчас надо время, которое мы проебали здесь на обсуждение, сразу срочно где-то надыбать. Срочно. Две концы хорошие. ГО нажал плюс. Плюс нычка эльфов. Третий цех, блядь, тоже надо будет собирать. Главное найти. Ох ты, какой маленький респ. Так. Коробка, класс. Но если там ГС... Так, это плохо, кстати, что такой маленький, потому что, естественно, нужны заставы где-то. Искать заставы надо. Их пока совсем не видать, да? На правую сторону не пройти. Так. Поставил я плюс, ребята, здесь. Аккуратненько. Есть конца единичка. Здесь на гремлине. Здесь сунда, да? Так, и это при том, что дерево-то как бы очень надо. Вот направо сюда тоже не пройти. Так, единичка. Может быть, очень мало армии, думаю. Один улей. Это огромные деньги. Спасибо. Вот это спасибо, дядя Кабан. Блядь, что сегодня, день рождения, что ли? Что происходит? ПС, отстрелите по-братски. Спасибо громадное. Спасибо. Отстрелите дядю Кабана, пожалуйста. Если есть возможность, на полгодика скиньте, потом мне чё кого. Спасибо громадное, дядя Кабан. Спасибо большущее. Ребят, сейчас, дядька Кабан, я тебе и так, ты знаешь, как супер благодарен. Сейчас супер быстро надо походить. Я проебал очень много таймера. А впереди здесь весь ход еще, да? Сейчас. Поэтому позволь, я тут быстро разберусь. Похожу. Денежку найду. Если найду, кстати, не вижу. Денег не вижу, да? Енова эльфы. Так, поднимаюсь сюда. Вон застава есть одна. Уже есть одна застава. Можно с нее стартануть. И причем неважно, кто ее охраняет. Правильно? Правильно. И как раз мы так... Погост, застава, сюда. Вот это уже хорошо. Секунду. Спасибо, громадная поддержка. Понятное дело, безумная. Просто огромнейшая. Спасибо большущее еще раз. Так, центр засветим чуть-чуть. Посмотрим. На выходе чест. На выходе чест. Так, куда тут можно пройти с тем, что эту концу бы сразу отбить? Здесь, считай, герой нужен, плюс покупка эльфов. То есть мы стартанем сейчас с этого погоста, отдадим себе здесь. Пробьем эту штуку. Так, нам надо героя, покупку эльфов, таверна. У нас нету столько денег. Неужели скипать? 43 кента, 43, 20 эльфов, 43 кента. Неужели скипать и просто пешком сюда идти? Расклад. По деньгам немножко не вывезли, да? Так, давай сюда. 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 Направо не идет. Сучара такая, бля. Золотой дракон никто не бьет. Так, здесь бы нам куда-то бы все-таки разведочку бы, вот, наверное, в эту сторону, да? Думаю, ребят, как сыграть, не могу пока придумать хорошие идеи. Угу. Потому что по деньгам очень тяжело. 2500, грыженые кенты, без погоста, вниз. А
А если там большая Зефа? Продвинутый вроде неплохо смотрится. Стихия 3200, конечно, вот это бы хотелось взять. Грожжёные кенты. Типа покупка героя, грожжёные кенты, забор всей армии, отдача сюда, взятие этого погоста, взятие этой штуки, вывоз этой армии, разбивка, забирание вот этой темки, погост альтом, например, каким-то. Или мейном, конца единичка, с нее шлифануть. С нее шлифануть, ну это такая себе история. Ту концу надо брать альтом, наверное, после погоста, думаю. Там еще играет кентов, дорого. Так, а сюда мы не пробежим, мы ящеров не пробьем, верно? А если я здесь рынок поставлю и трейданусь плотно с одного рынка? Нам это чем-то поможет? Наверное, не особо. Но рынок в любом случае, наверное, поставлю. То есть усадьба. Так, а сколько это дней надо? Мы на первый день же рынок воткнули. То есть это вообще супер дорого, да? Не хватает, ребята, не хватает. Пиздец, денег не хватило. Два склепа супер неудобных. Эту не возьмем. По постройке то, что на первый день рынок встал. Вот она основная проблема. Сюда побежать, воздушек под воздушек выставиться. Кто тогда Зефу заберет снизу? Думаю, блин, неприятный момент. Пиздец какой неприятный. Надо наверх пробегать, да? 21. Два дня ничего не делать, это жестко. А, с двух рынков. Слушай, с двух рынков, да? Это хорошо. То есть, если герой плюс усадьба... Ну, это пиздец, сколько денег надо. Миллиарды, по-моему. Ну, вдумайтесь. То есть, надо еще 1000. И на каждого эльфа, да? Ну-ка, давай посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, хуйня. $201, $402. Не, хватит, кстати. Нормально. 2. 4. Вот так вот уже чуть лучше. Так уже чуть лучше, правильно? Угу. Так мы хотя бы не в таком этом. Угу. Примерно 2к натрейдили, да. Так хотя бы мы ход сильно не просрем. 17 плюс 7. Да. Так хотя бы будет, хотя бы как-то так. Только главное сейчас взять. Я же ни разу это не делал на вот этом товарище. Смотрите, как обидно будет. По идее, должны разъебать. Так. 5-9. Хорошо. Угу. Так. Ну, блядь, как говорится, moment of the truth, да? Так. Ну, давай уже моральку-то одну. О. Хорошо. Ну, разобрались. Сейчас, секунду. Альтабнусь. Мяу. Разведчик теплицы 250 рублей закинул. Говорит, мяу, спасибо большущее. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Так. Спасибо большущее. Так. Ой. Здесь надо быть аккуратным. Два раза, даже если я стреляю, могут быть проблемы. Лучше аккуратно. Пизду, как говорится, лучше аккуратно. О. Ага.
Угу. Сейчас, походу, еще выстрел найдем, да? Вот он. Нашли его. Сюда. Сюда, вейт. Как же моралька-то не летит, ты посмотри на нее. О. Выстрел. Кокс вейта. Все, отлично, дело за малым. Там еще миллиард выстрелов осталось, так что... Full story, Боб. Все. Хотя бы это взяли. Там было бы совсем неприятно. Просто так проскипать. Потрясающе. 1000. Земляной. Супер потрясающе. Супер. Проблема только в том, да, что... Ту консу альтом будем забирать, ту зефу альтом будем забирать, а здесь вот сюда будем выставляться. И на 24 эльфов будем вот это прошибать, правильно? И думаю, запросто это пробьем, верно? Батя землю пролутал. Красавчик, батя, красавчик. Итак, беру ему знания здесь. И встаю под вот эту тему. Поехали. Все. Здесь фьюром денежку соберем на грейд. Тогда вот так будем делать. Жалко, что арт плохой выпал. Да, 6 минут. Let's go. Так, берем сейчас тяжелую коробку. Надеемся, что она вкусная. Очень на это надеемся. Очень. По городам я был первый. Это классно, соответственно. Потому что касл — это экономика. Здесь эксперт-разведка прежде всего. Если отбить еще и тунычку, то совсем хорошо может быть. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Надо думать будет. Вот по деньгам только жопа горит прям пламенем, потому что их, сука, вообще нету. Ищу. Ну, пойдемте, как-нибудь будем разбегаться потихонечку, как-нибудь будем потихоньку их искать. Так, тут. Передачи так называемые на дороге, да? Все по красоте сделать. А, здесь сюда зайти, посмотреть охрану вот этой штуки, да? Зон мумии, отлично. Мумии — это отлично. Так, есть ли смысл бежать вниз, там еще что-то глянуть? Особо не гляну, понял. Здесь придется забирать вот это все дело сюда, давать, герой покупать, выдавать, да? Может быть, как-то его не покупать? Все-таки нам еще грейд ставить, да? Здесь денежку не хапнем. А, вот здесь вот хапнем. И здесь вот этот замок надо отбивать, ребята. Плюс фьюр. Так, чуть-чуть взяли. И еще бы что-то бы найти бы, потому что конца единичка, видите, объектов маловато. То есть армии пока маловато, выход-то будет, но ты выйдешь, а тебя архангелы вынесут. Вот такая вот, может быть, момент неприятный. Также все-таки хотелось бы больше устремиться в разведку. Еще много чего не разведано. Вот верх весь у нас, вот этот вот закуток наш большущий не разведан, да? Ну, поехали. Так, забираю войска. Аккуратненько. Все забираю. Сюда отдаю. 240. То есть могу взять еще вот эту тему. Отлично. Сюда проскакал. Вот это воткнул. Это по красоте сделал. Армия по кайфу? По кайфу. Покупаю кого из них? Орина, либо вот этого черта. Да, ну давай Орина. Бля, герои плохие. Чисто на Ивра ставка, по сути. И здесь надо не постесняться и купить всех гномов, потому что неизвестно, сколько там грифонов и какие будут потери. Они могут быть крайне неприятные. Удачи. Удачи. Пробиваем. Убля. Давай, дядя. Так, может быть, эльфа все-таки верхний слот. Гнома сюда, это единички. Давай так, попробуем. Плюс балик. Хотя балик танчит наверх. Байтит наверх, да. Потенциально могут в балик заехать, на балик забайтиться. Давай попробуем. Давай вот так попробуем вниз. Может быть, ландшафт чуть подвезет. Два стека гномов, не думаю. Нет, плохая идея.
Поехали, смотрим сколько. С ГСом, да еще и сморалились. Да еще и 70 штук. Это нихуя себе, ребята. Это нихуя себе. Это нихуя себе. Объективно нихуя себе. Это вообще хренота. Так. Так. Как же вот это заебало, да? Но я обязан стрелять по другим, потому что они-то еще не ходили. Бля, всех кентов в санину. Их так много было, блядь, ёб твою мать. Извините за мой французский, просто реально их было очень много. Пожалуйста, не магия. 15 тысяч опыту, ёбнуться. Все время напиваются слова не музыку из боевки. Ёбаный ты нахуй, ёбаный ты нахуй. Так. Саня, давай, чел, давай, красавчик. Спасибо. Так, Ивар бешеный, 22 надо концу забирать слева. Все мясо просрали, считай, да? Ивар, конечно, бешеный, этой мудрости нету. Так. Как быстро можно выйти таким Иваром, думаю. Амулет есть? Когда книжку им купим, когда ГМ воткнем. Надо гигантица обязательно собрать здесь, да, под маслом-то. Может ли кто-то другой, кроме Ивара, собрать вот эту концу единичку? С заливкой кентов уже не может. С заливкой кентов не может. 15 тысяч опыта выдало. Выдано, блядь. Думаю. Привет из СПБ, здравствуйте. Здравствуйте всем еще раз. Конца единичка. Уже не возьмется. 22 кента. Ивар жестко. Спасибо, что не магия, блядь. Ну, конечно, мясо здесь было бы лучше, потому что Ивар бы в боевках прокачался, но... Тоже нормально, да? Так, сколько у тебя? 570 остается. Очень много. Сука, но то, что кентов столько умерло, теперь я не могу эту Зефу взять. Вот, эту концу альтом. Я-то хотел концу альтом. А если пробить эту Зефу? На 22 грейдить ли этих, на? Коробка сверху. Так, давайте чуть-чуть сейчас. Вот сюда. Чуть-чуть вот сюда все-таки сразу, да, 6-8 статы Ивара, думаю. Наверх охота разбежаться, вон туда посмотреть, что там. Улики какие-то далекие. Иваром на концу под маслом. Блять, единичку брать на Иваре — это просто хуйня. Серьезно.
Вот серьезно, единичку брать на Ивори просто херня. С другой стороны, вот эту потом можно будет и этим взять. Угу. Так, а если я здесь вот это пробью и телепортнусь, сразу, считай, отобью себе вот эту тему. А мог телепортнуться, допустим, в верхний замок поставить гейм. Но есть ли смысл? Так, еще нам вот эту консу надо чекать. Так, пойдемте быков попробуем пропинать. Пропинаем быков, телепортнемся в центр. Купим там книжку, Иврам на второй день будем что-то думать, да? Давай. Давай. Статы бешеные, быки бьются. Главное, чтобы не моралились, а то последние 17 кентов убьют, скотина. Блин, тяжело далась пятнашка опыта, лучше бы честно скажу. Вот, ребят, честно, вот я готов обменять эти 5000 опытов на своих кентов, потому что это минус темп. Потому что если бы кентов сохранился бы ударный стек, то, поймите, можно было бы альтом забрать консу единичку. А сейчас, ну, как бы, минус темп получился, понимаете, да? Получился минус темпич. Такой неприятненький. Так. Посмотри, что удар. Грифон. Мощь. Белозерск находится. На Урале, дружище. Урал, Челябинская область. Красный дракон. Еще улики. Блять, уликов-то еще солидно. В принципе, уликов собрать вообще не ошибка. Но при этом надо бы как бы еще бы и гигантец. Угу. Деньги, телепорт. Телепортимся в стоячую воду, нажимаем вот так и смотрим next day. В принципе, можно еще и вот это пробить. 178, 178. Ну, лучше, наверное, с гемом на всякий случай на следующий день, да? ТП наверх за коробкой, она не нужна на Ивра, ее надо альтом брать. Тихо, блядь. Прикинь, вот так вот ткнуть и копнуть, представляете? Так, тут не спеша, не спеша, не спеша, не спеша. Яичко драконов, опять все по нулям. Ага, два склепа. Есть масло, приятно. Масло приятно. Саня, спасибо тебе большое. Да не за что. Смотрю тебя на работе в Ютубе. Спасибо. Пора уже отблагодарить. Вовсе не пора. Если тебе по кайфу, спасибо большущее, дружище. Спасибо. Так. Так. Как? Так, и нам бы вот это, да, чекать? И там телепортировать. 150, 150. Сейчас, секундочку, думаю. Чекать консу вообще вещь. Давай так. 89 феек, блядь. И вот эта конса большая. И, ребята, вот это уже хорошо. Вот эта конса большая, и это уже хорошо. Телепорт сюда. Вот это уже хорошо. Спасибо еще раз. Телепортнулся. Вот это уже хорошо. Надо будет думать, как это бить. Надо думать, как это бить. Конца единичка, блядь, так не хочется. С другой стороны, там улик, здесь продолжение, да? Кто в эту консу залетит, какой армейкой? Единичка здесь. Даже с одним ангелом. Сейчас думаю. Не хочу, подождите, подождите. Я пока думаю по поводу этого Гога. И по поводу этой боевки с этими чуваками. Надо идти брать консу мейном. Вот что я думаю.
Как ни крути. Так. Пиздец. Вот найс блок 88 чуваков. Просто найс, да? Это как вообще? Вот 40... Сколько их было? 48? Пиздануться просто. Это что, справедливо? Удачи. Роман, спасибо, спасибо. Жестко. Арифьюга, да, может помочь. А может не помочь. Помогла. Ну как помогла? Ну помогла, чё, по факту. Немножко кентов отдала, да? Ну, поехали старт с единички делать. Не, ну лучше там архангел был какой-нибудь. Делить ли тут эльфов, не делить. Главное, есть возможность, если. То было бы замечательно, дорогие ребята, без морали это сделать. Прям просто замечательно. Ну даю масло, наверное, все равно. Тяжеловато. Так. Потрясающе. Наш ангел, красный дракон, куча кача, верхний замок, там то мясо. Юр. Верхний замок, от конца далеко не отхожу, гигантица, два мана. Два мана. Думаю. Мясо, ангел, грандов заливать. Грандов так не хочется заливать под стрельбу. Могу ли я вот это взять? Если тройка, наверное, могу. Ну как, попозже чуть-чуть, да, когда... Вот Зефу бы взять альтом, например, да, Зефу альтом. И тогда на масле уже вот это не за горами. Думаю. Бля, как темпануть нормально? Давай сюда. Эльфа сюда. Это сюда. Шлем очень хорошо. Шлем хорошо. Здесь хорошо. Так. Тут хорошо. Покупка героя и попытка туда. Думаешь? Какой там герой? Один ангел мяса, только маленький возьмется, да?
Так, а туда есть проход к тому улику. То есть у нас три улья. Три улья. И одна Зефа. Зефу лучше, конечно, с хостой с какой-то, да? А у нас в гейме есть вообще хоста? Есть. Так, один момент, думаю. Здесь удаляю. Здесь, думаю, что купить это мясо и попробовать это пробить этот улей. А как ты будешь туда идти? То есть ты предлагаешь идти туда без эльфов, а потом их типа докупить? Или какая ситуация, да? Очень интересный момент. Айден, Исра. Что то хуйня... Что это хуйня, как говорится, да? 20 эльфов. Думаю. Так, и сколько это будет стоить, если с двух рынков 1000? Ну-ка. Вот так вот, а ты хочешь туда залететь, в этот улик? Пиздец, сомнительный вариант. Только с эльфами, если. Посмотреть размер. Вывести, если что. Стартануть отсюда. Выставиться туда, думаю. С Кингом за сколько сыграешь Б5? Самый легендарный бой в Хоте будет. Добро против зла. Кто добро, кто зло. Так. Так, так, так. Думаю, ребята, думаю. Как под тот улей выставиться. По красоте. Ивра бы разогнать, конечно. Как ни крути. Добро зло на месте. Так, ангела отдал. Туда прошу. Хуй, мне кажется, так получится. Начинать отсюда, что ли, блядь, туда выставляться позже. Сука, не могу придумать нормальный план. Сейчас, из-за того, что мясо кентов залито, да? 30-й улей, если левый, то, конечно, окей. Там этот герой есть под саппорте. То есть надо будет здесь забрать, туда отдать, да? Получится ли это сделать? Сейчас посмотрим. Давай подойду сюда Айденом, в общем, и смотрим. 5-й день уже просто. Нам уже как бы выходить надо, а мы не можем пока сориентироваться даже. Мне кажется, хрен я вытащу. Зря я это делаю. Ну, посмотрим. Ебануться. Вот вам за это, твари паскуды. Ни хрена себе, блядь. Что за неадекваты такие, а? Давай пробовать раз 20-49. Идеально. Даже вообще, даже не имею вопросов никаких к идеальности этого пробития. Идеально. Так. Прям как шаблоне у папича там, да, идил. Так, 140.
сюда. Удаляем. Сюда. Здесь, сюда. Сюда. Просто потрясающе пока. Сюда. 6 уток. Иваром сюда и разбивка под вот эту консу. 100%. Разбиться обязан. Вот просто обязан разбиться с этой шапкой. Обязан найти там разбивку. Возможно, даже в самом улье. Обязан. Уже под ГУ обязан идти. Так. Блять, расстановка плохая. Это залупа сейчас ударит в 16 кентов. Эксперт помехи, да? 200. Он просто обязан разбиться, ребята. Так, 900. Может, сверху где-то разобьемся или в самом улье, да? То есть мне бы светануть это дело. Я бы даже ящик бы, наверное... Там конюшня есть вон там. Бля, конюшня имба. И видите, какая ситуация? Если даже ящик взять кем-то другим, сможет ли он это сделать? Ну-ка. На 3-4 кентах, да? А какой улик-то был? Блять, какой улик-то был? Это эльфам тут пиздец, конечно. 13-я скорость с масла. На 2 раунда. Похороны не считаю, что похороны. Вообще не считаю, что похороны. Больше скажу, какого хуя тут похороны. Так, бью в пятак. А вот это хуёво. А вот это пиздец, нечестно. Так, стрелку придется давать в единицу. Бить придется в двенашку. Стрелять... 4-8. Бить 7-8. Здесь разбиваться. Выставляться под этот. Так. Здесь, я так понимаю, я вот это не беру. 256. 100. 200. Разбиваться надо вот так. Через конюшню. Там я не вижу разбивки, это очень рискованно. Очень сильно, очень-очень-очень рискованно. Угу. Так, а можно ли это как-то вытянуть?
Гигантица. Мне бы очень хотелось. Только так, да? И это Биг Мак, блин. Вытягивает тяжело. Очень тяжело вытягивает. Не хватает где-то 200 мувов, чтобы прям четенько вытащить нормально, да? Так, и встать под тот улей на Янове. И на Янову бы отдать бы вот это все еще при этом, да? То есть тоже смотрите, да, какие ситуации по деньгам. На Янову бы еще вот это мясо бы все затулить. То есть денег надо прям много. Так, вот здесь вот рынок ставлю сразу, третий. То есть за счет рынков здесь выживаем. Без рынков не выживаем. Тут ни в коем случае не Ивар, тут вот этот дядя. Сперва. Ему вот эти пацаны. Саша, позвони. Кажется, нас будет трое. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. Думаем, что делать с этой Срой, с этой Зефой. Вот эта Зефа пиздец как нужна, если честно. Но пока не получается потащить. Так. Сюда бегу. На Янову отдаю, да? Отдаю сюда скелетика. Вот наше мясо. Так. Здесь. Вообще большого смысла прям. Нам в любом случае нужен герой на разгонку евро. 5000 денег примерно трейда надо, да? Угу. Здесь, кстати, есть герой. Это очень хорошо. 1100. Светанули. Смотрите, какую дичь светанули. Ну, там 5-9 ржавых. Так, иду сюда и даю сюда ангела или не даю сюда ангела Ивару? Даю, наверное, да? Даю сюда ангела Ивару. Здесь еще есть вот эти ребята все, и ими надо бы тоже что-то собрать. Ими даже здесь, я бы сказал, надо будет остаться, чтобы вот золотых драконов. Я просто не уверен, что он точно пробьет. Сколько там уток получается с двух ульев? 14 плюс верхние, 20 там условно. Без вот этой Зефы тяжело дается даже под маслом. Ну, в принципе, нормально, не сказать, что тяжело. Нам бы вот этот плащ подбить, вот эту накидку, она нам супер сильно нужна. У нас второй СП, нам вот эта накидка на вес золота. Думаем. Нам вот эта накидка на вес золота, да? Бам-бам, бам-бам. Янова обязана взять верхний улик, тоже те самые бам-бам. Здесь мы обязаны купить героя, поставить ГМ-2, например. Так. Чуть-чуть трейданулись, купили Ивара, подняли наверх, взяли ангела. Отдали ему эту шапку. 18 эльфов еще будет накидывать по грифонам, там просто граженый стек. И подтянуть ли это дело наверх? Нет смысла тянуть это дело наверх без ангела, да? А есть ли смысл героя здесь разгонять, если он просто поставится? Или сразу туда это отдать? Дать ему эльфа? На восьмой скорости и так на эксперт логе овердэмэдж будет. Оверкап, да, будет? Да. Да-да-да-да-да. Лучше вот так сделать. Поехали. Не надо туда ему прям лить. А вот здесь уже подхватим. Отдадим сюда, сюда. Сюда, сюда. И вот этим вот туда и залетим. На крайняк. Ну что еще? Ну давайте 9 еще дадим. И вот такую единичку дадим, да? Нормально же? Нормально. Точно? Или в пизду побольше? Давай в пизду побольше, правильно? Давай. Больше улифта по сути нету. А здесь может быть ГС? Ебануться. Нету слов. Нету слов. Это безумно много. Я в растерянности. Нихуя себе. Нихуя себе.
Нихуя себе. Два. Уф. Бля, у меня нету слов. Иди нахуй! Это пиздец, это просто пиздец. Лютый пиздец. Просто иди нахуй. Пиздец какой-то просто. Так. ГМ-2 или Пегаса, да? Жестко. Надо смотреть эту коробку, что делать. Он гигантится, да? Бля, ребят, это вообще адекватная хуйня. Вот то, что вот вы как бы вот здесь вот видите, да? Так, 400, да, 400 вывоз, то есть еще раз ты планируешь, 1000 плюс заход плюс этот, то есть ты точно сам справишься. Пробуем. Здесь духота, я ебал. Давай мясо отсюда. Седьмая, три кента. Да. Понял. Так, и что с тобой делать? Ребят, подгагил немножко с этой пробивки тяжеленной. Однозначно. Так. Удалить чувиху с эксперт-разведкой супер жалко, да? И вам тоже. И мне тоже. Я вас понимаю, нужна Зефа справа. 20 уток всего. Конца трешка вот этим 20 уток. Подожди, ее надо чекнуть, блядь. Трешка она, не трешка, мы же не знаем. Трешка нормально, а остальное? Ее чекать надо, блин. Ее, бля, надо чекать, да? Там кони, 12-й деф. Нихуя себе статы. Это утопы будут на конях. Это 12-й деф, это безумие. Такие статы вытаскивать. Безумие. Так, это удаляем. Девочку пока что, да? Цех.
цех. Надо думать. То есть к концу надо чекать. Это как ни крути. Адель. Игар. Надо чекать. Это только трешка берется. Не надо четверки. Трешка. Так. Это трешка. И то с трудом, да, без артов, учитывая, что Ивр абсолютно без артов. Есть слепо, конечно, арка дендроидов, какие-то единички. Заколдованные ручьи. Пегаса. Щита самого нету, да, перестраивать щит не будем. Так, гигантица остается. А там этот парень, где здесь остается. Вот эту гигантицу надо вытаскивать. Вот эту гигантицу, вот эту, это все надо вытаскивать. И надо вот эту Зефу как-то вытаскивать, ребята. Армии мало. И верхнюю гигантицу. Это все духотень. Сейчас буду пробовать. И еще покупка одного героя на тот плащ, согласен. Иначе заливка может быть вполне. Она и будет. Инфосотка, блять, она и будет. Так, и здесь придется этим героям еще одного героя. Но мы склеп им возьмем, да? То есть мы компенсируем этим героям склеп. Ага. Так, а вот это ты не хочешь тоже забрать тогда, раз такое дело? Хочу. Но какой ценой, как говорится, да? Одним маслом, не такой уж и большой. Забирать надо. Привет, Санечка. Здорово. Наш хорошенький, любименький, самый лучший. Ты заебал отнимать у меня сон, но я тебя люблю. Спасибо, дружище, спасибо. Так. Собака седьмая, да? Еще 200 туна не хватит. Бля, такая ситуация, знаете, неприятная. По поводу трейдов. Ненавижу выходить на голой жопе. Ну, парня сюда ставить. 500, 600, 700, 3 кучи. Здесь денежку надо собрать. И Зидара сюда поставить. Зидара нельзя трогать, он берет нижнюю вот эту хуйню, да? Слишком много объектов получается. Нам тут Зефа, скорее всего, не получится, да? Хотя под Ивр это Зефа, это просто топище. Две семьсот. Покупка героя. Так, Крэг Хэг, пошел. Пошел Крэгиус Хэгиус. Анус Запеканус. Забираю здесь. Так. Золотой дракон, да? После концы надо брать это. Давно хотел спросить, почему стримы начинаются поздновато? На польскую аудиторию работаешь? Конечно. И да. Как выглядит твой следующий день, когда ты стрим заканчиваешь утром? Как вот это конца трешка, братишка. С трудом. Так, 7, 21, 1. Ребят, погодите, блядь, здесь 8, 8 статы, поехали. Угу. Так, бить ли сюда ангелом, чтобы этим точно... Да, в это надо бить, да? То есть ангел быстрее. Угу. Хотя 16 эльфов туда стрельнет.
Но я бы ангелом все равно ударил. Под восьмым дефом, надеюсь, нормально будет. Спасибо, я отвечу, постараюсь попозже. Так. Шестнадцать, двадцать восемь. Повезло, что то они это уже хорошо. Чё, нормально по-вашему? Кеку или чё? По-моему, кеку, блядь. Хуёво. Я не хочу тратить масло, как вы поняли. Угу. Эксперт лога 4 ангела. Так. Добрый вечер. Добрый. Как скоро катка против Максима Александровича будет? Не освоил ли он выход на 1-1-6 еще? Привет, да ему оно нахуй не надо, братишка. У него свои игры, свои интересы, своя жизнь. Так, ну спасибо большущее за поддержку, спасибо за добрые слова. Спасибо, спасибо огромное. Так, кони. Кони. Бьем. Так, это бьем. Чисто на четырех эльфах, да? Так. Это ж все просто. Бум. Корона. Лучше бы это. Так, и здесь будет выход, но надо поставить героев, ребята. Так, спасибо большое. Ребята, извините, что типа рофлы там не выкупаю, что-то еще. Блять, сосредоточен. Пиздец. Пытаюсь отыграть хорошо, как могу. Так. Давайте думать. Я как бы их выкупаю, конечно, просто. Просто сосредоточен. Просто пытаюсь максимально потащить, как умею. Так, Зефа. Вот это гигантица раз, вот это надо пытаться два. А вот это три, как-то есть возможность такая? Мне кажется, нету, хотя очень сильно хочется. И что лучше, гигантица либо Зефа, да? Здесь есть перчатки, ангелов много. По идее, гигантица, так как она является ударным стеком, верно? Но тебе надо и сюда воткнуть. На 1200. Угу. Надо пытаться это вытащить, ребята. Это огромные деньги. Спасибо. Не, получается на Гренландию. Согласен. Согласен. Так, так. Катка на большие деньги, поэтому я тут говорю еще раз. Весь на фокусе, блядь. Ладно, деньги нужны будут на следующий день. Все, поехали, смотрим. Давайте, а то минута осталась, пиздец, весь таймер въебал, идиот. Так, смотрим. Саня, здорово. Угу. Это твой 13-летний фанат. Есть важный вопрос. Спасибо заранее за подробный ответ. Хорошо. Кем на самом деле работаешь? Стримы, то понятно, это так, развлечение после работы. Садовник, программист. Хорошее. Спасибо, спасибо, мэн, за очередную хорошую шутку, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сейчас, ребят, очень быстро надо походить. Очень быстро. Катка на 30 тысяч.
Плюс еще там накидали, там меня лично поддержали, господин Кабан пробежался, ребята поддержали, там жесть. Фу, сейчас погодите, все красиво сделать, ребят. Бум. Бум. Бум-бум-бум. Так. Свита, говоришь, да? Бум. 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 Так, опасно, да? То есть все равно я бы 3 единички я бы сюда затулил все равно на всякий. Крэк побежал. Бум. Бум. Может, эксперт атака там. Полстори. 20-49 и вывоз, да? Так, 20-49. Главное ничего не потерять. Арты слабенькие. Здесь двоечка, конечно, нужна была. Воины короля вызывают тебя на бой, Хари, слушать своих трусливых шейхов. Mm-hmm. Выпускать кобру из-за штанов. Mm-hmm. Грядет битва чатов. Угу. Mm-hmm. Угу. Mm-hmm. Так, 700. Калх, 700. Так. Телепорт еще тут. На верхний замок, да? Телепортыч на верхний замок. Вот это хорошая идея, сразу забрать верхний замок. В, как он называется? В Бретонию. Поехали. Нажали. Обменяли. Один гигант туда не нужен будет. Это будет минус моралька жесткая. Так, иду сюда. Отдаю туда все. Слушай, гигант все-таки этот, по-моему, там нужен будет или не нужен будет. С учетом того, что там еще охрана такая неприятная. Будем надеяться, что все будет окей. Каркесик здесь, магия есть. Может быть, даже одного пегаса туда взять, чтобы он получше подлочил. Там, видишь, какая залупа-то. А, там знаешь, как надо сделать? Там надо ангелов вот так вот шлифануть максимально. Угу. Вот так вот. Поехали. Может, без потерь даже, может быть. Во, об этом я и говорю. Опять единичка. Я уже потихонечку ебу это рот. Вот этого дела, вот этого события уже потихонечку так, ну, поебываю, так сказать, от неприязни. 2 единички добор, это ужасно. У меня 4 ангела, я единички добираю, вы понимаете? Вы не понимаете, это другое, да? Обидно. Какие нахрен 2 ангела? Какие нахрен молнии? Это уже очень обидно. Это не врите, мы хотели что-то получше. Ну, пойдем еще налево сейчас добирать. Не трогать Харю. Шейхи сомкнут щиты. Так, так, ребята, сомкните лучше вот этому типу, который там что-то... Так сказать, ну ты понял. Так, едем до сюда. Забить. Сейчас 5 сек. Так, а Иного придется удалять, да, здесь? Неприятный момент. Сюда иду. Сюда забираю. Это уже все беру. 2 гиганта беру. Единички ставлю. Плюс еще чуть-чуть ставлю. Поехали. Бам. Отлично. Атака. Вот это другое дело. Причем размерчик хороший, который как раз, по идее. Смотрю. Троечка, идеал. Квикать надо. Тройки надо квикать. Отличнейший герой под выход. Но есть один нюанс вот этого кольца на резист. Сколько героев понадобится, если я захочу вдруг его вытащить? Вот так. Смотрим, кого удаляем. Удаляем Каркеса, удаляем Зидара. Как минимум. Берем этого мальчика.
Забираем отсюда. Ребят, как вам цепочки? Как вам вообще, ну, качество плея, который пытаюсь тут реализовать? Идем сюда. Здесь вот эта девочка. Раз, 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 раз. Здесь дендроиды, да? Дендроиды, либо деньги под центр. Дендроиды, наверное, 3 единички. Там что, мы что-то будем добирать? 3 дендроида на ГО возьмем, да? Бля, 2500 цена ебанутая. Наверное, не будем. Наверное, не будем, слишком дорого. Жалко. Склеп на дороге. Мы только этот не взяли, но он и не нужен здесь. Можно, конечно, взять, телепортнуть на 2500. 100, 200, да? 150, не хватит. Так, сюда бегу, свиток беру. Все, поехали. Бам. Огненный элементаль. Бам. Это я, огненный элементаль. Бам. У нас же здесь еще чуть-чуть единичек оставалось, так что отлично. Сюда, бом. Сюда, бом. Сюда, хлоп. О, ну почти, да, с луной. Обидно, что уток так мало. Ну что, друзья, поехали в эту нелегкую битву. ...48 маны. Вот этот плащ игру сделал, блин. Так, гигант перед уткой. ...48 коней в ГС. Плохо, но хороший ландшафт, хорошо. Хороший ландшафт, хорошо. Остальное, да, плохо. Так. Под байт побежал. Но ангел здесь не должен бить имхо. Вот сюда вот. It's too, как бы, early. Too early. Бля, такое ебаное слово. Early. Пиздец, кто его придумал? Так, wait. Wait. 3-5. Так, 3-5. Сюда хлоп. Сюда хлоп. Туда хлоп. Туда хлоп. Сюда выл прихлоп, камни кожа. Есть ли смысл сюда бить, если мы добиваем это на next ход? Нет смысла. Нельзя сюда бить. Блять. Сука, пес. Ёбаный. Так. Хорошо. Wait. Здесь уже потихоньку вот в этого коня ответка. Wait, wait, wait. Хорошо, ответка прошла. Так, что там по морали-то? Чё ж вы так срётесь-то? Здесь два раза сюда, два раза. One. Two. Three. Four. Five. Excellent. Очень не хочется давать туда масло, да? Очень не хочется. Может попробовать подбайтить его? Wait. Вон он бежит, сучара, блядь. Ангел типа чё ударит, а потом чё? Эльф шлифанет. Мне кажется, он нихуя не шлифанет. Они могут кого-то убить, интересно. Можно ли уткой туда ударить? Ну-ка, давай посмотрим сейчас. Ноль. Четыре опасно. Четыре в ответку много. Семь коней. Давай смотреть, бить и смотреть. А, я же подлочил. Бля, тут надо масло давать. Надо давать масло, походу. Ну-ка. Да. Если не даю, то они убьют ангела. Отлично. Ну ты уёбок, блять, редкостный. Ну ладно, до этого зато молодец. Извини, пожалуйста, что на тебя наругался. Просто ебанулся немножко. Это что за выбор Ивара? Ладно. Даже не знаю, поместье, что ли. Ладно. Так. Бегу дальше. Это вы думаете конец? Нет, это только начало. На самом деле не надо. Не вижу смысла. Так, а вот здесь бы лишнее забрать, а лишнего-то и нет. Бам. Так, ну допустим, ангел ударит вот сюда. Мразь. Бля, как это все так хуево работает? Сколько там? 38. Масло.
Они смогут убить еще одну? Запросто. Паскуды ебучие. Так, ударил. 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 Хорошо. Это хватаю? Мне кажется, хватаю, потому что... Потому что эксперт волшебство не каждый день дают. Здесь. Проблема. Придется без единичек бить. Как бить без единичек? Давай думать. Если я здесь сделаю по 2, их 50-99. Это очень тяжело. Что предлагаешь сделать? Ничего вообще не предлагаю. Блять, это больно. Эта впитка просто ебейшая со старта. А что делать? Там удлик есть, компенсирует потери. Ангелов делить, они с ответки могут отъехать. Это очень опасно. Вот это очень хорошо, квику. Щит ебанутый. Так, ты, дядя, как не походил-то вообще? Ну, беру, блядь. Там под финалку, блядь, мало ли. Опять та же история. Вот здесь вот надо делить ангелов. Задний герой его сам возьмет. 150 точно возьмет. 1.1.7 мой ход, да? Точно. 800 взять и здесь стою. Перчатки надеты, надеты. Вот здесь вот стою. Амулетик надет, надет. Давай так, так, так. Заебать твой хуй. И мой заодно. Ты сможешь подхватить? Это очень сильно. Сколько тут по мувам? Могу ли я сделать этот шаг? 810, у него 2000, да? 1809. Как раз 1000, 1000 сюда. Одну клетку смогу. Лечи, пизда мне за лечей. Надо ставить что-то это дальнее. Не буду ничего ставить. Циту. Цита дорого. Поехали. Так. Сейчас будем думать, как это отбивать. Там сильно, там пиздец сильно. Там Мадарма в жире катается на касле. Там сильно. Там Дарма там просто жирину словил и кайфует, бля. Мужики, ну не донатьте сейчас, ебаный стоит. Вот сейчас вот 5 секунд. Кем ты работаешь? Может быть, окулист, программист, аболиционист, так. Штангист, похуист, глист, похуист. Тромбонист, аквалангист, пейзажист, стилист, кавалерист, психолингвист, так. Гибист, аметист, визажист. Думаем. Думаем, думаем. Так, этого дядю надо будет под центр. Там и сюда, и сюда. Енова бешеная, блядь, бешеная. Просто пилу... Ну ладно, бешеная. Так, рефьюгу. Два Никса, не всрались. Сюда взяли. Сюда зашли. Сюда взяли. 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 Удалили. Герои зашли, купили. Кленси. Ражные пипеги взяли. Купили. Эльфов. Купили. Еще купили. Это все против личей, пиздец, понадобится. Кентов купили. Побежали. Одну пипегу всосали. Сюда отдали. Так. Сука. Сюда. 600. 600, да? Так, шаг вниз. Бум. Бум. Бум-бум-бум. Бим-бум-бум, бля. Бум. Забрал. 5 гигантов, 4 гнома. Пару этих. Бум. Маленькая, хуёво. Только не... Тридцатка. Потому что улик сейчас заберется с огромными. Тут это КЗ заберется с огромными трудами при этом улик. Так, давай думать.
Я даже не знаю, как это пробить. Честно. Я даже не знаю, как это честно пробить. Ну, это КЗ надо отбивать. Походу. Блять, какие тут потери. Пиздец. Пиздец. Справишься. Хуйня потери к 100. Так, а по потерям? Все мясо въебал, две утки потерял. Wait. No. Подлетел. Эльфа. Сюда. Блять, как же так, а? Сейчас буду всасывать пиздюлей. Один разок всосал, не страшно. Ну так мне, по крайней мере, говорили. Так. Бью. Подошел. Ага. А что с нижним делать? Плохо. Блять. Кентаха стануть. Думаю. Остануть кента. Он не добегает. Даже с хостой. Раз, два, три. Может и добегает. Пошел нахуй, урод ебаный. Блять. Ладно. Нормально. Одна утка. Но ману просрали. Так. Извините, ребят, что ругаюсь. Извините, я не люблю, когда я ругаюсь. Иногда выходит. Так. Угу. Слева, и чё, замок на выходе, бля? Нету замка. Но бежать не близкий путь. Но есть альт-ГО, да? Так, бегу до сюда. Так, это когда-то потом. Ой, как плохо. Так, так, так. Так, есть несколько нюансов. Надо думать. По городам одинаково. Таверна. Так, Крэк, сколько у тебя будет? 900. Как говорится, I don't know. Ну-ка. Пока думаю. Добрый вечер. Добрый. Старина, что там с разводом? Как ты вообще? Она позволяет тебе видеться с сыном или теперь только вот это Fortnite вместе время проводите? Да, переживаем вот именно за тебя, честно. Спасибо, спасибо за переживание, спасибо. Так. Бум. 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 Хорошо. Так, а что здесь за свиток нам нужен? Чтобы просто ему... Ну, там надо будет Ивором выйти. Заебал ты давать-то миники-то, ёпты. Да что за мини? Да иди нахуй, блядь. Давай, блядь. Катка на бабки, блядь. Не надо никаких миников. Так, и сюда, и ГМ, мы поджимаемся, да? Вопрос только этого ГМ и поджима, думаю. Есть ли смысл здесь поджиматься или лучше разогнаться? На ГМе. Денег все равно особо нету. Забрал.
Отдал. Удалил. Нажал. Единичку сделал, хотя бы такую. И вот на этом попробовал попизиться. Третий СП. Я твой рот шатал, конечно, это однозначно. Так, тут имеет ли смысл? Да, имеет. Сколько у тебя? Книжка. 900, но у тебя эксперт лога, да, продвинутая? Все равно лучше будет. Сюда, 600. Ты стоишь, все. ГЛ. Щит появился, тоже хорошо. Давай сделаем единичек побольше. Наша задача все-таки выжить здесь, а не сдохнуть за один раунд. Так, а тут вот можно денег собрать. Наконец-то разводишься. Жду на чай. Угу. Спасибо, Серега, спасибо. Так. Сунда. Все. Good luck. Блочим? Блочим. Уилочим. Так, смотрю, перчатки надеты, мана есть. Поехали. Хорошо, ребята. Слепо влечание варик было давать. Ну, ты сам подумай, скажешь. Ну чё, мы в центре 1-2-1. Какая-то армия, какая-то движуха. 27 уток, какие-то ангелы, какая-то КЗшка, какой-то эксперт резист с кольцом. Вроде бы чё-то неплохо, ребята. Есть застава, есть. А вот этого не понял. За васьками? Так, я сейчас буду кого-то ебать. Я думал, это за драконами, блять, а это за васьками. Есть тюрьма снизу. Нужна утопа. Надо что-то делать. Это можем альтом забрать? Но только с... А, вот этим. Вот есть альт, который может это забрать. Енова. Енова может это забрать. Хейст есть. Но там 100 васьков, надо это понимать. Там сотка, там обязан хейст. Габлейп, огромное спасибо за 10 подарочных. Огромное. Ёбаный в рот, что будет с этой шапкой. И с той утопой. Извините, ребят. Так, а где замок был? Здесь справа ГО, здесь снизу замок, да? Ранняя стычка, может быть, поэтому поставил героя сюда. Жестко. Какие потери на личах? Одна утка и все мясо. Готово, ребята. Привет, привет. Стример часто ругается. Когда эмоции, я всегда часто. И когда эмоции, я не могу себя контролировать. Сейчас выключу донаты на этот ход. И давайте сосредоточимся, потому что у нас времени будет очень-очень-очень мало. Надо все красиво сделать. Хрена героев под разбивку стоит. Целая тонна. Так, что там против нас? Ебануться. Это уже бежит на нас, да? Так, для начала погнали. Шапка. Еще одна КЗ. Ебать. Это большая проблема. И шапка, и чайник. И вон он. Блять, он не... Ну охуеть. И добирать нечего. Охуеть. КЗ чайник. Сам виноват, что не взял. Так, нападу, посмотрю, что по мане. Скорость плюс 1, 13 скорость, 20, 18 маны, 14-14, 18 маны, 29 циклопов, 29, 14 атака, вау. Но статы 6-1-2, это герой из тюрьмы какой-то, это лошарик какой-то обоссанный. Так, ребята, здесь, поехали, все, действуем. Таверна. Енова. Так, таверна Енова. Еновы будем пробивать, да, или этим типом? Давай Еновы, у нее все-таки мана есть какая-то, она получше. Так.
Сейчас мы его разъебем. Статы 6-1. А, это мои статы были, я ебанутый. Все, извините. Так. Денечки есть, поехали. Хейст есть, поехали. Настроились, собрались. Пробиваемся. Денег маловато, к сожалению. Хороших единичек нету, да, надо подхастировать. Сейчас что-нибудь придумать. Здесь тяжело будет, здесь 100 воськов. Ну, вот так вот надо будет играть. 10 только бью. Блин, ну перестань. Идеал. Идеал. Блять. Удалять придется. Ты свою сделала службу, девочка моя. Молодец. Молодец. Умничка моя, зайка. Спасибо тебе большое. Сильно. Девятьсот. Так, надо с этой Зефой что-то думать. Без книжки, без единичек, да? Бля, думаю по поводу этой книжки. Тяжеловато чуть-чуть. Олю взяли, Зефу взяли. Так, сюда проскочим. Сюда нажмем. Секунду, ребят, думаю по поводу вот этого дерьма, блять, может быть проблема. Ну, вроде как должно быть норм. О, отлично. Только Пегаса надо оставить. Надо как-то оставить живых Пегаса. Повезло, что нет ГСа. Блять, да что такое? Хорошо. Так, хорошо, сюда отдали. Кира, 2000-я, по-моему, да? Так, рынки везде есть, герои везде походили. Трейдимся по фулам. Обязан. Три рынка есть, да? Поехали, Зефу забираем. Киру взял. Единичек взял. Бум, бом, бам, 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 бам. Макси, заебок. Ну как, нормально. Так, бум, бам. С левой стороны все добрали. Все просто нападая на 4 минуты. Буду ли брать коробку за королями циклопов? Не буду. Какая армия будет? Плащ скорости отбить. До него, наверное, никто не добежит, да, при всем желании. Даже вот этот хуй. Ну-ка. Добегает хуй, слушай, надо бить. Надо бить. Но может быть большая проблема, да? Надо бить. Плащ скорости слишком большая имба. Давай. Надо бить, ребята. Надо бить. Слишком супер имба. Я понимаю, что там будут потери. Я это понимаю. Но, по-моему, должен стараться пробить это дело. Так.
Что по морали здесь? Ну, тут полный пиздец по морали, конечно. Да, минус 3, думаете, да? Хуйня, идея. Единички сделать циклопов. Давай. Плащ слишком крутой, чтобы быть. Ну-ка, дай посмотрю, сколько их. Там Зефа 50. Хотя на вывоз не хватит. Хватит, там штурма. Давай. Мразь ебаная сморалилась, убила ангела. Так. Продвинутая земля, 110 мана, он утопу вывезет запросто. Вот эту. Точно? Или не вывезет? Взять Зефу? По-моему, он не вывезет. На все бабки попробовать. Он не вывезет. Не сделает шаг, да? Ну-ка. Так. Четыре, шесть. Больновато, но надо бить. Хватает, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой, хватает. Вот это решение топовое. Так. Пять, наверное, ёбнуть. Так, давайте считать. 12 маны на телепорт. 12 маны на телепорт. Два резуректа. Так, сейчас, ладно, давай не спешить. Могу ли я дать взрыв? Просто вот чем вопрос. 25, 40, 32. Уже не смогу, да? Щит, наверное, просто аккуратно. И поехали выдумывать. Так, тренажка. Вейт. Сюда бьем. Поехали. Раз. Два. Три. Ангел что там охуевает немножко, да? Если я его буду резать, то должен бить им сразу. Поехали. Хорошо. Пошел рез. Гиганта в ангела в утку. Так, сюда шлифуем. Дошлифовываем. Восстановление в ангела или вот его, блядь. Одного всего, да, ну-ка. Так, один циклоп. Один циклоп, один ангел. Резурект и ТП. 16 плюс 12. 28. Крылья нихуя не дало, только деньги. Ветер теней. Отдал все. Хуёво, что ничего не дало. Так.
дало денег, что можно вывести на деньги, на чем можно 1100 мувов, куда можно напасть, гидр пробить, шапка, ангелов, тюрьма, нека. Так, а плащ, о, надо чест забрать, отлично. Так, сюда делаю шаг, спокойно, спокойно, ребят, сейчас чест заберем. Так, терек, 20 маны. Хуёво вывезет, ну как-нибудь вывезет, поехали. Вот так вывезет. Так, удаляю вот эту чувиху. Этого чувака. Клавиусом все забираю. Вижу сферу Ила, но смогу ли ее пробить? Так. Сюда все отдаю. Оставлю бабки на откуп, кстати. Ну-ка, сколько там лечей? 50-99. Минута осталась. 50-99 лечей пробить, единички сделать, вот так вот напасть, пипегу взять, пипегу не могу взять. Вижу, что время мало. Могу ли докачать какой-то навык? 50-99, гидр могу пробить. А могу не пробить гидр ради некромяса, какой смысл, да? Надо нападать просто. Давай, знаешь, как сделаю, подниму героя, возьму Айне, сейчас еще кое-что придумаю. Угу. Ладно, нихуя не вижу. Отдаю. Поехали. Естественно, плащ. Давай, дядя. Ебать тебя буду! Так, пробуем. Один СП. Один СП. Держим строй. Ну, армия там ёбнешься, конечно. Он собрал 29-20. Ух. Статы бешеные. Хвост с дыбом. У, армейка больше. Восьмой СП. Жалко, сферу Илу не добрали. Она была тяжелая за лечами. Ну, в целом неплохо подсосали, плюс есть на откуп. Давай, ребята. Ну, вот это касл. 1-2-1 вышел, да, вот таким каслом. Нормально. Повезло нам. Стрельба есть? Да, я узнаю, стрельба есть? Стрельба есть? Ху, бля, жестко. Не. Хорошо. Статы боевые плюс-минус. Один СП очень круто, ему будет очень тяжело. Он не может нажать масхаст или слоу. То есть, если у него нету раундов, один СП это прям вещь. Хорошо получилось, хорошо, ребят. Габлейб, спасибо еще раз за 10 подарочных подписок. Кевин... Гри, спасибо громадное также за подписочку. No shoot, спасибо. Спасибо, ребят, все, кто подписывались. Если где-то не замечаю, извиняюсь. Был сфокусирован, надо было постараться тут от пукан бабахать. 14. Давайте считать. 1000, либо 1000, но сплитованных. 1000, либо 1000, но сплитованных. 1000 на 1000, да? Угу. Что такое просто 345? Это 7, да? Ну, типа, прикольно на самом деле. Наверное, прикольно, блин. На 4 было бы вообще хорошо. Три ангела, единичка. Хорошо расставился так по-хастецки, да? На масхаст. Да, сильно расставился. Гиганта здесь единичку есть снять.
Можно, конечно, утку ёбнуть взрывом, чтобы сильно не залетело с масхосты. Но вот эти парни тоже опасны, думаю. 300 на 7 сильно не залетит. Надо, наверное, давать метеорку, ребята, пока есть такая возможность, и равнять вот эти 3 стека. Наверное, я думаю, это хороший план. И жать вейт. Чуть-чуть их подрихтовать, да, 4 чуть-чуть хотя бы как-то подкоцать это дело. Взрыв тоже норм, но взрыв можно попозже, а сейчас вот чуть-чуть сократить стеки от масхосты, например, да. Главное, чтобы у него не было кольцо на раунды, вот это вот очень важно. Стеки жесткие. СП у нас не такое большое. Да, такое ощущение, будто масс хостирует нас тут. Масс хостирует, да? Так. 5 хп вот тут. Надо добить 5 хп сюда. Вот. Утка обосралась хорошо. Могу ли я убить там какого-то коня одного? Вот здесь одного, да? Так, а двоих? Давай вот эту уточку еще подровняем. Утка обосралась хорошо. Этот и так бахнется. Вот сюда надо накидывать. Сейчас будет. Посмотрим, сколько дэмэджа будет с 24. Кого они выстрелят? 19 деф. 14 атака. Смотрим. Плюс скорость очень плащ решил. Очень. У топа очень решила. Под блесом. На один раунд. Сколько? 3 виверны. Похуй, и вообще. Просто, блядь. Отряхнулся там. Кто там, блядь? Под блесом 3 виверны, ребят. Под блесом. На один раунд причем. Так, гигантом пойду общаться туда. Ага. И здесь иду туда врываться, да? С учетом того, что моя еще там, да, врываюсь. Хорошо. Минус 3 удачи. Минус... Смотрите на мои статы. Это дичь. Посмотрите, у меня минус 3 моральки, минус 2 удачи. Это жесть. В утку больно заехали, кстати. Ну, резать будем. Два ангела по 225, как раз двоих бахнем. Ты заебал, но мне хватает. А, нет, не хватает из-за этого. Блять, ну что за дерьмо? Уток бахать, да? Air damage же нету, 14-14. Наверное, уток надо бахать, эти ангелы там что-то такое. Давай. И сюда тульнуть. Хорошо. Обидно, что с минус удачки ударило, тогда бы я бы это... Сюда бы. Вот, а замедло на один раунд, ребята. Чтобы циклопа, он не выстрелит. Он не убьет его никак. Он обосрался. Ебать, трехочковый. Это больно. У меня тоже обосрался, если что. Так что... По чесночуге. Да ты что такое-то, блядь? На один раунд слоу, ребята. Вы представляете? На один раунд слоу. Но одним меня не убьет здесь. Только не подходи, бля. Пиздец, так-то плотно, да? Еще стреляет под прямой стрелой, ни хрена себе. Если стреляет, откупается. Деньги надо было посмотреть. Три ангела подымаю. Вейт надо нажать. Бля, заебал. Так, все, да. И работаем. Рез на 8 уток.
Чё, бахаем, наверное, да? Повезло. Нормально повезло. Да ёб твою мать. Нормально. С КЗшкой повезло, с 6 ол повезло. Пиздец, просто пруханули нормально так. Нормально так пруханули, бля, нормально. Там касл-то нихуёвый был. Дэв беру. ГГ говорит. Да, есть же победка. Спасибо за игру, ТХХ. Найс, вот это вышли в центр. Но у него все было. У него все было, ребят. На следующий ход убивал нас в ноль. В ноль. Ну как, не убивал нас в ноль, но условно на следующий ход, вы сами видели, там была КЗ и 6 ол. Вы сами видели, там была КЗ и 6 ол. И он не добежал. То есть это пиздец. Вытащили просто на волшебстве, ребят. На волшебстве. Там была КЗ и 6 ол у него со стороны его. С его стороны. Это пиздярики. Вон она, смотрите, КЗ 6 ол. Улик Зефа, жестко. Вышел против пассисов. Пассисов. У меня кони, у него пассисы, у него сложнее ГО, да? Ему не так просто его пробивать, оно на масле не бьется. Ля, напрухали. Ля, ля. Нормально. Ну-ка, смотрим. Вот это сразу возьму, так, чтобы... Кайфурики словить. Это жесть. Чайник, блядь. Чайник. Просто сюда его. Чайник бы... Даже без чайника было бы тяжело. Без чайника не было бы СП. Вообще не было бы, да? То есть, соответственно, здесь чайник-то вот этот вот... Прям зарешал сюда его. Найс. Найс. Дорогой цвет зарешал. Да, красный цвет действительно тут подсопортил. Да. Ну, жестко. Крутяк, ребята, крутяк. Давайте посмотрим на эту Зефу справа, которую несчастную, которую я не мог добрать. Пойдет. Дармыча на спину. КЗшка. Конечно, КЗ хапнули, ману пополнили. На красном это имба сразу. Если такое получается. Зефа четверка была. Ну, конечно, билась без шансов. Ну, точнее, шестерка, да? Ну-ка, сейчас супер быстро статы себе. Бум. Бум. Восстановление свиток был. Больше что-то на респе. Вот эта коробка интересна за воздушками. Давайте посмотрим. 20-49. 45 воздушек, 5000 опыта. Жесть. Not what we're looking for, как говорится, да? То есть, ну такое, 5000 опыта за 45 воздушками. Вот эту тюрьму посмотреть. КЗ, да, у меня КЗ чайник, у него КЗ чайник со стороны. Это прикольно, конечно. Но у нас получилось взять это раньше и на него напасть. Это тоже очень важный момент. И вывести еще все это дело. Ужасный еретик 5-го левела с тюрьмы, просто отвратительный. Респ у нас мелкий, да, респ мелкий. Подзасал я там даже, когда думал, что объектов не найдем. Но в итоге, видите, вышли, увидели хорошее ГО. Нажали плюсецкий, нормально вышли. Ой, жесть. И вот тебе вуаля. И вот тебе, пожалуйста. Так, тут даже арх умер, ни хрена себе. Это что здесь? 8 коней. И 8 коней, что ли? И 20 тысяч, понятно. Так, давайте вот эту топку глянем. Вот это все глянем. Супер быстро, чисто для себя. Городскую. Нифига себе. Свиток контроля. Зефа, релик. Вау. Дракон. Гиганты. Гигантов отлично, что добрали всех гигантов, ребят. Да, еще помимо всего. То есть не подзасали, добрали гигантов нормально. Не побрезгали, так сказать, этими животными. И затащили. Очень крутой выпал еще и герой при этом с тюрьмы земляной, который в идеально допрыгнул, идеально вывез. Это пиздец, Прухляндия. Просто жесть. 20 тысяч.
Ну, сплюс скилл, конечно же. Несомненно. Но забавно. Забавно. Так, сюда нажал, сюда нажал. Да, и вон он выходит. Зефу берет, Улик берет. У него еще и циклопы здесь стоят. 5, ну, 5-9 это Тираксор квиком пробивает. Улик 30-я, на выходе. А на выходе Зефа большая, 100-я. Компенсирует немножко потерь. 5 призрачных, да. Блин, приятно было то, что там был только один СП. Это прям вообще кайф. Ему не повезло, что внешний рынок у него в жопе. Ему очень не повезло, мне кажется, с этим внешним рынком. Плюс в целом раздача не ангелевская, да, конская. Пришлось на объектах выходить. Ну, Дарма Красава разрулил тут плотно. Но и вот эта вот КЗ-шапка пиздец, если бы он это брал. Это бы все достаточно солидно могло бы затянуть. Еще вот... Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, да, этот чест? Я думал эту могилку отбить. Просто бешеный чест. Жесть. Вместо 1 ол. А здесь 20 тысяч. Тоже думал это взять, если в надежде на мясо. Ну и утопка сверху жесткая. Как-то вот так, друзья. Давайте посмотрим еще вот эту тюрьму. Вакиал 20-й тухлый. И сюда схаваем. Вот такие дела. А, вот эту, кстати, вот, да-да-да, еще думал личей бить, не бить, да, за сферу Ила и за ту тюрьму. Ну-ка, сколько их было, во-первых? 69. Ну, такое, да, 69. А здесь 10-й навигатор. А вот эту коробку. Тоже думал, нам хватало ее пробить. 15 личей, помогли бы нам тут 15 личей на финалке. 2 эфрита, 15 личей, понятно. Че он там пишет, что я прухло или что такое? Не понял. Ща посмотрим. Next? Нет, не пишет. Он сам все понимает прекрасно. Готово. Скажи, пожалуйста, свиток направо считается свиток направо? Что за свиток направо? Какой свиток? Что значит свиток направо? Я не понимаю, о чем ты. Что такое свиток направо? Ща будем next еще катанем. Надеюсь, он только будет не супер долгое. Но, по крайней мере, наши, ребята. И можно потихонечку, так сказать, поздравить нас чуть-чуть с победкой. Повезло. Втащили денежную. Саня, с днем рождения тебя. Спасибо. Спасибо, твои стримы очень люблю под них засыпать и просыпаться. Даже с работы уволился для этого и с женой развелся. Брал пример с тебя. Красавчик. Теперь я без денег. Красавчик, дружище, красавчик. Последние 250 рублей затулил. Спасибо. У, Бамблби. Спасибо за стримы. Удачи, Александр. Да, удача действительно заехала. Удача действительно была сегодня на нашей стороне, по крайней мере, в этой катке. И мы потащили против Дармича. Это круто. Я у топа уже все глянул, все показал, даже которые мы не брали. Ты очень сильный. Последний ход топ. У топу с тюрьмы. Пиздец. Красивая игра. Согласен, это было реально. Но это повезло. Как бы, да, хорошая тюрьма, хорошая ситуация. Вообще повезло. Пойдет. Рез прям четенький. Все, что надо, собрали, вышли. Ивер 15 тысяч опыта влутал. Просто ублюдок жесткий. Просто, блядь, мазафакер. Вот это да. Сейчас едем next. Кто охраняет щит часового у него на респе? Почему он не добрал? Он добрал щит часового. У него были статы. Он рано это взял. Птицы. Он добрал. У него два щита часового, я так понимаю. Он статы-то раньше показал. У него два щита часового, да? Откуда там был 12-й деф так рано? Нет? Что значит кольцо на раунды? Ну, кольцо, которое продлевает раунды заклинаний. Ну, ебаный рот. Ну, камон, мэн. Плащ, кольцо, что там еще? Нека. Ну, то есть, плюс один к раундам заклинания. То есть, у него было одно СП, но при этом, если бы у него был бы, допустим, тот плащик, который мы добрали, соответственно, у него бы заклинания были бы на дольше, чем один раунд. И это неприятно. У него другой щит был, а, понял. Ну, значит, не стал с часового добирать. Это нормальная практика. Типа, он посчитал, что он ему не нужен. Я тоже к этому артефакту спектрически отношусь, особенно против вот этих ребят. Здесь, естественно, какой-нибудь гладиус фразы лучше под Тираксора, да? Жестко. ДГУ до центра ему далековато. Но одинаково. Одинаково до центра. У нас был правый замок справа, я его не взял. Если бы я, кстати, увидел, что здесь замок, то я бы его брал и однозначно бы добирал бы вот это. Чест бы мы не добирали. Ладно, пойдет. Да.
Есть ли смысл убивать нычку драконов? Конечно, есть. Если есть такая возможность, почему бы не забрать? Arctic Mon, спасибо громадное за тир 3, 11 месяцев. А, но только не забывай, она забирается через дендроидов, то есть тебе надо дендроидов подстравить, то есть ты ставишь кентов, да, подставляешь кентов, снимаешь ответку дендроидом и вяжешь драконов, и расстреливаешь их грандами. Естественно, соответственно, этот, скажи мне, дракон не лишний бывает. А вот, на завтра уже картинка готова. Ебать, зацените, какая топовая. Зацените, какой на завтра. Зацените, какая на завтра, ребята, топовая картинка. Завтра ивент. Хотите заценить? Пушка, блядь. Сейчас покажу вам ее. Так, давайте я ее Стингеру тоже кину. На завтра ивент, напомню, по Лиге Ставок. И заодно сразу дам быстрый анонс. Вот, смотрите, ребят. Вудуш, соответственно, против Стингера. Вы знаете, что мы против Стингера играли уже любимые замки. Вот, блин, надеюсь, эти сиськи здесь нормально внутриигровые. Так вот, о чем я говорю? О том, что со Стингером играли любимые замки, и со Стингером завтра стартанем новую движуху с любимыми замками. Также Стингер говорит, я готов сыграть башни и циты, это мои любимые замки. Я говорю, что я своим данжиком, либо болотом, либо ивером, поэтому сегодня немножко его потренили. Вот такая вот ситуация. Так что завтра приходите, завтра будем гамать, высотный знак Лига, завтра будут какие-то дополнительные плюшки от Лиги Ставок, какие-то бонусы, обязательно прожимайте высотный знак Лига, переходите к Лиге, поддерживайте, смотрите, регайтесь, кому все это дело интересно, кому интересно нас поддержать и так далее. Завтра будем на эту темку бахать. Вот такой вот, вот крутой, крутая превьюха сделал Вудуш Highlights, будем ее завтра использовать. Вот. Тебе нравится, как тебя молодят? Эта фотка, это где ей, по-моему, 5 лет назад. Меня там никто не молодит. Она как раз, когда сыну было 2 года или 3 года. Вот. Примерно вот так. Сейчас, естественно, я уже немножко по-другому выгляжу, мягко скажем. 5 лет не прошли без потерь здоровья и качества моего фейса. Однозначно. Это Греча, да, не Гундула, крутяк. Фига себе, жестко. Жестко. Все, закинул. Завтра будем бахать. Почему замка только два? А мы решили, что сначала обсудим два замка, так как будет все равно только две катки. А если будет счет 1-1, то уже выберем, какую пару будет на финальный. Либо на финальную будет черкание городов. То есть посмотрим.